Меня зовут Виктор Высоцкий. Последние 8 лет я занимался куплей-продажей недвижимости. У меня своя компания. Сейчас с компаньонами мы создали бизнес-объединение счастливых созидателей. Кстати, хочу поздравить всех с праздником, с международным праздником счастья, который учредил ООН. Я пришел на консультацию к Марии, чтобы выбрать модель позиционирования своей идеи. То есть у меня было видение, которое я не знал, как донести людям. Мария мне помогла профессионально разобраться в вопросах позиционирования, в вопросах моей целевой группы, как коммуницировать, как взаимодействовать, как монетизировать те идеи, которые у меня есть. И я увидел профессиональный подход, я увидел объемное видение, то, что Мария подходит комплексное решение вопроса и видит на шаг вперед. Это мне очень понравилось. Такое стратегическое видение и при этом конкретные пошаговые алгоритмы действий. Сегодня кто-то созерцал солнечное затмение, а мы очень плодотворно с Марией поработали. Она помогла создать бренд, мы решили вопросы нейминга, вопросы, как мы выходим в рынок, как я хочу доносить идею, как я хочу ее развивать. Родилось название «Бизнес-объединение счастливых созидателей», сокращенно «БОС». Мне это по душе, потому что я долго не мог определиться, как развивать ту миссию, то видение, которое у меня уже есть. За что я очень благодарен Марии. Во время общения с Марией я понял, в чем разница между мечтой и целью. Вот я пришел просто с какой-то мечтой, и то, что я озвучивал, это была хорошая идея, но она не была оформлена, она не имела какого-то алгоритма воплощения. И так большинство людей живут, они имеют мечты, но они не знают, как их воплотить. Благодаря профессиональной консультации Марии моя мечта стала целью, она обрела какую-то осязаемую форму, которая понятна моей целевой группе, с кем я хочу взаимодействовать. Я верю и вижу, что это будет эффективная стратегия. Я рекомендую обращаться к Марии по вопросам стратегического маркетинга, пиара, по вопросам того, как найти ключ к сердцам сотен тысяч клиентов. Потому что то видение, которое она дает, оно универсальное, оно дает именно для вашего бизнеса те инструменты, которые помогут вам быть более эффективным, быть более при меньшем затрате энергии, достигать более.